Здравствуйте, вы смотрите канал «Сад для души». С Новым годом, дорогие садоводы планеты! Сегодня 1 января, и я покажу вам то, как украшен мой сад и участок, и дом к Новому году. Начну с домика. На втором этаже у меня сделаны вот такие наклеечки на окна в виде Деда Мороза, я думаю, что все-таки это он, с оленями. Сзади них расположена звездочка. Да, гирлянда в виде звезды. А на балконе закреплена гирлянда вот в виде таких капелек. Ощущение, как будто тает. Снег, идут капельки. Ну, ощущение, кстати, правдоподобное, потому что буквально вчера шел дождь. И думали, что не удастся украсить сад, потому что гирлянды все-таки не все уличные. Да и, честно говоря, уличные гирлянды вызывают опасения, когда идет вот такой дождик в январе. Все может произойти вплоть до замыкания. Давайте посмотрим, что есть еще на участке к Новому году. Основное украшение ближе к дому, конечно, расположено ближе к крыльцу, ко входу в дом. Вот здесь справа находится туя. Вот она, украшенная гирляндой. Это та туя, на примере которой я вам рассказывала, как защитить хвойный от весеннего солнца. Она закрыта сеточкой, при помощи прикреплена металлических стержней. И вот на эту сеточку очень удобно, как оказалось, крепить гирлянду. Поэтому, если у вас есть на участке что-то подобное, обязательно вот воспользуйтесь каркасом для гирлянды и сделайте вот такую красоту. Так, ну здесь у нас светодиодное дерево. Я вот считаю, это самое красивое, что есть на участке. Вот оно, в голубых таких синих тонах, которые служат верой и правдой уже много лет. Но сейчас не очень, конечно, красиво, потому что снег открыл все вот эти шланги и прочие предметы, которые, ну, не убираются на зиму. И они, конечно, чуть-чуть портят вид, но тем не менее. Так, давайте вот еще на ту и посмотрим. Вот она. Вот наверху видно сетку. И вот на ней гирлянда закреплена. Кстати, вот это место крепления гирлянды с удлинителем я обязательно закрываю пакетом, чтобы, ну, защитить от дождей, потому что все-таки гирлянды хоть и уличные, но мало ли. Вот здесь расположена елочка, которая с четвертого участка, с нового участка. Мы оставили макушку елки, вот когда его осваивали. Вот она пригодилась. Было две елочки, вторая сейчас стоит в доме. Так, ну вот подходим к крыльцу. Вот слева видно, что в доме елка стоит. Вот на фоне которой я вас и поздравляла. Вот она там виднеется. Так, вот вход в дом. У меня также очень люблю украшать входную дверь гирляндой. И если у вас сделана вот розеточка прямо с двери уличная, то очень удобно использовать ее для таких целей. Так, вот здесь вот у нас стоит елка. Мне очень нравится, кстати, вот эта гирлянда в форме шариков. Они выполнены из ткани и смотрится очень необычно. Хотя ощущение создается будто бы одного цвета, но это не так. Они разноцветные. Немножечко искажает съемка. Так, и сейчас я вам еще покажу. Так, вот давайте отсюда посмотрим. Вот такое вот украшение. И посмотрим на то, как украшено окошко. Одно из окон. Сейчас мы дойдем. Так, ну здесь у нас что? Елочки. И вот это вот окошко я вам хочу показать, как вариант оформления. Вот, смотрите. То есть сделан домик. Вот эти вот, ну, готовые, конечно, вот эти аппликации на окна. И вокруг домика я опустила нитку гирлянды, которая была мне не очень нужна. Она была самая короткая. Вот, и, в общем-то, не годилось никуда, кроме вот таких целей. Сейчас она снова загорится, и мы посмотрим, как это выглядит. Вот внизу у нас. Вот она. Вот, поэтому если... Ну, розетка, конечно, должна быть у меня рядом с окном расположена розетка, поэтому это очень удобно получается. Вот это как идея для оформления, кстати. Неважно, что Новый год уже прошел,
еще есть Рождество, Старый Новый год и даже китайский Новый год. Поэтому есть вот такие интересные идеи украшения сада. С вами был канал «Сад для души». Светлана Самойлова. Я вам желаю удачи в новом году. Пока!